Да чего же фиксики маленького роста? Нам их и через очки разглядеть непросто. Они такая мелочь, что их почти что нет. А кто такие фиксики? Большой-большой секрет. Ух, ребята, всем привет, с вами снова я, Нубик в Майнкрафте, и сегодня мы оказались в этом замечательном мире фиксиков не просто так, ребята. Я должен был сегодня целый день играть с Дим Димычем, ребята, и мне нужно его разбудить. Я вчера прибыл в деревню, со всеми познакомился, с Ноликом, с Симкой, с Тимками и со всеми, ребята, остальными, и с Дим Димычем. И, в общем, они мне выделили вот этот вот домик, который находится в дереве, чтобы я в нем переночевал одну ночь. И сейчас время, по-моему, уже очень поздно. Я чего-то посмотрел на часы, и там вроде уже около 12 дня. Поэтому, ребята, нужно быстрее пойти сейчас разбудить Димку. Ой, Дим Димыча. И, ребята, перед началом этого видео поставьте, пожалуйста, лайк, подпишитесь на мой канал. И смотрите, в мое новое видео попадают вот эти вот ребята, которых вы видите у себя сейчас на экране. А если вы тоже хотите попасть в мое новое видео, то просто, ребята, прямо сейчас идите в комментарии и пишите, кто ваш любимый персонаж из фиксиков. Давайте, ребята, не ленитесь, и тогда вы попадете в мое следующее видео. Да, все настолько просто. И смотрите, ребята, я, наверное, думаю, то, что нам с вами уже пора, в принципе, идти и будить Дим Димыча. Но для начала я бы сначала кое-куда зашел. Давайте посмотрим вот на вот этот вот алмазный машину или дом, это что, я не знаю. Давайте вот сюда заходим. Опа, ребята, а здесь полным-полно зомби уже, походу, заспавнилось. Ладно, все, пора, в принципе, будить. Я надеюсь, что вы уже поставили лайк и все выполнили все мои условия. Да, ух, ребята, посмотрите, как много зомби под моим домом. Так, ой, вернее, под домом Димы. Господи, ребята, вы только посмотрите, как много всяких зомби тут заспавнилось. Нужно быстрее отбиться от них. Смотрите, тут даже скелет против зомби воюет. Обалдеть. Так, фух, мне получилось защититься от них. Опа, а вот тут еще один. Ой-ой-ой, я не знаю, как мне его... Не-не-не, блин, ребята, он меня сейчас убить может. Посмотрите, у меня уже осталось очень мало хп, давай. Фух, я надеюсь, что больше никакой скелет на моем пути не попадется. Так, давайте возьмем здесь броню, какая есть, и наденем ее, да. Все, я надеюсь, что с этим нагрудником меня так просто не убить. И все, пойдемте, ребята. Дим Димыч вроде должен спать на самом верхнем этаже. Так, кто-то топает, по-моему, на верхнем этаже, вот здесь, на кровати. Что? Ребята, вы только посмотрите. Тут нету ни Дим Димыча, ни мамы Дим Димыча и ни папы. Стоп, может, они делают для меня уже какой-то сюрприз? Я чего-то не понимаю. А хотя, подождите, наверное, он спрятался, как обычно, на чердаке. Они прячутся там от мамы постоянно. Что? Ты кто? Привет, я тебя вчера не видел здесь. А, привет, как ты видишь, меня зовут Вор, и я украл Дим Димыча из этой деревни. Что? А зачем ты украл Дим Димыча с этой деревни? Ты что, совсем что ли не в адеквате? А ну-ка верни его обратно, его же мама с папой будут ждать потом. Ты что делаешь-то? Ну, это уже не мои проблемы, но смотри, если ты хочешь вернуть Дим Димыча обратно в деревню, то можешь взять у меня удочку и принести мне жареной рыбы. Что? Так ты просто за жареную рыбу отдашь мне Дим Димыча? Нет, за деньги, которые ты обменяешь у меня с помощью рыбы, ты сможешь выкупить Дим Димыча, то есть крафтить его. Также ты можешь получить у меня 8 алмазов, если твои подписчики поставят лайк и подпишутся на твой канал. Что? Ребята, вы это сами слышали? Он сказал, чтобы я получил 8 алмазов, вам нужно срочно поставить лайк и подписаться на канал, если вы это до сих пор не сделали. Давайте, ребята, не ленитесь. А, подожди, а ты точно меня не обманываешь? А то ты вор, и у тебя, по-моему, не самая хорошая репутация. А, нет, я тебя не обманываю, тут все честно. А, в общем, твои подписчики, вижу, уже поставили лайки, поэтому забираю алмазы. Все, спасибо, обалдеть, ребята, спасибо вам большое, это благодаря вам я верну Дим Димыча обратно в деревню, и мы с ним будем снова играть. И я забрал у него 8 алмазов. Подожди, а мне нужно 8 алмазов, чтобы вернуть его в деревню? Ну да, да, 8, видишь, не зря же они здесь просто так лежат. Ну, в общем, бери удочку, если ты хочешь, чтобы Дим Димыч, ну, вернулся. Да-да-да, спасибо. То есть мне, получается, нужно пойти еще наловить рыбу, да, как я понял? Да-да-да, именно, только жареные трески мне принеси. Хорошо, так, ребята, пойдемте быстрее. Поймаем рыбу и пожарим ее. Нужно делать это только в быстром темпе, потому что в быстром темпе, да. Как оно говорится, это все очень-очень плохо у нас. Дим Димыча в этой деревне нету, они его украли. Хотя надо было спросить, куда они его забрали, то есть где он сейчас находится. Может быть, он тоже в какой-то деревне? О, чувствую я, ребята, то, что здесь будет сейчас очень много всяких припусов, да. Это, наверное,
Так и есть. А ну-ка, нам нужно будет... Да, да, как я, ребята, и говорил. Как я и говорил, вот я умер. Ух ты, господи, нужно будет пойти быстрее разобраться с ними. Представляете, даже нагрудник меня не спас, господи. Так, а где у нас дырка? Вот она. Забираем меч, меч. И идем на войну со слаймиком. Ребята, давайте, давайте. Оп. Так, блин, главное ото всех от них защититься. Иначе у меня будут очень большие, ребята, проблемы. Да, это очень печально, я бы вам сказал. Ну, я вам могу сказать. Так, оп, да. Остались вот, ребята, последние слаймы. И у меня все будет нормально. Да, все, ребята, я перебил всех слаймов. Давайте, кстати, поставим сложность мира мирную, потому что это невозможно. Так, и... Я не знаю, где мы с вами будем добывать рыбу, вернее, ловить ее, потому что тут совсем нигде нету речки. Ну, есть, зато вот этот вот водопад, из которого я, наверное, все-таки смогу поймать рыбку, но это тоже неизвестно. Поэтому побежали, ребята, сейчас ее быстренько выловим. Нужно будет заставить здесь немножко, как оно, землей, чтобы оно не вытекало никуда, да. И сейчас, ребята, вместе с вами закинем вот эту вот рыбку. Так, удочку. Все, ребята. Смотрите, я надеюсь, что у нас сейчас получится с вами выловить рыбу из этого прудика. Ну, то есть из этого водопада. И все у нас получится, да-да-да. Угу. Так, подождите. Что? Я видел, по-моему, где-то клюет. Так, вон, что-то постоянно какие-то капельки падают. Опа, опа, ребята, вытаскиваем. Сорвалась, видимо, нужно было чуть позже. Ну, давайте тогда еще раз закинем. И будем смотреть на нее вот с этой стороны, чтобы угол обзора был у нас, ребята, выше, как вы понимаете. Да, давай, ловись, рыбка большая-большая. И маленькая тоже ловись. Мне нужна просто треска. Оп! Так, ну, ребята, поймали мы, конечно, рыбку, только не ту, которую нужно было. Так, поэтому закидываем еще раз. Видимо, вы не поставили лайк до сих пор. Поэтому я и не могу выловить эту рыбку, правильно я понимаю? А если поставили, то значит просто мне немного не везет. Господи, ребята, посмотрите. Давайте, все-таки я надеюсь, что с этого раза у нас сейчас получится с вами выловить рыбку. Тут просто не совсем удобно смотреть. Но сейчас, я думаю, должно у нас все с вами получиться. Так, 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 бутс. Да, ребята, спасибо вам большое. Из-за ваших лайков я смог все-таки выловить эту рыбку. И теперь мне нужно будет где-то добыть, ребята, булыжника. А где его добыть, я не знаю. Но, наверное, сейчас где-нибудь мы с вами его найдем. Тут, по-моему, булыжника много. Но... Я все же не знаю. Булыжник, а где же я его, ребят, найду? Этот булыжник. А, хотя подождите, печка у меня есть, только мне нужно сломать хотя бы одно дерево, чтобы с помощью дубовых досок себе переплавить эту рыбу, как вы поняли. Пойдемте, ребята, переплавим ее сейчас, и тогда уже будем разбираться, кто с кем, где, зачем, почему. Что, где, зачем, почему, когда, зачем. Да. Так, все, ребята, давайте тогда жарим печку. Жарим рыбу, я имею в виду. И смотрите, у нас на улице наступил дождь. Как же мне повезло, то что я, ребята, представляете, успел просто сделать все свои дела, поймать рыбу, и начался такой проливной дождь. Я просто реально в шоке. А вот и все. А вот у нас, ребята, и жареная рыба. Пойдемте ее быстренько сейчас отнесем этому вору. Я надеюсь, что он меня не обманет и тоже с собой не заберет. Да, это будет очень печально. Поднимаемся, ребята, опять наверх. Привет, вор, я принес тебе. Ты что, ждешь уже меня, да? Ну да, я тебя жду. Ты же пообещал мне принести рыбу, или ты меня обманул? Нет, я, конечно же, принес, только подождите. Вы точно меня не обманете и отдадите деньги? Ну, конечно, как я тебя могу обмануть? Давай, продавай мне ее уже. Ой, спасибо, спасибо вам большое. Подождите, а вы можете теперь мне подсказать, что же мне делать? Вот с этими биткоинами, деньгами и с алмазами. А тебе нужно будет найти крафт-машину в этой деревне и, в общем, закинуть туда свои ресурсы. И нажать на кнопочку, чтобы из крафт-машины вылез Тимка. Что? Так вы его спрятали в крафт-машину? Ну, просто этот крафт возвращает Тимка. Ой, спасибо. Все, до свидания. Давай. Удачи. Так, ребята, такой дождик сильно начался. Я даже не знаю, можно ли мне выходить. И, кстати, подождите, вы не заметили то, что никого в этой деревне мы еще с вами не видели, ни Толика, ни Симку, никого. Видимо, они все пропали, и мне придется их когда-то вернуть в эту деревню. Ребята, если вы хотите увидеть продолжение, то обязательно напишите об этом и поставьте много лайков. Так, ой, ребята, я так и думал, то, что в этом магазине находится крафт-машина. Ну, давайте тогда закинем сейчас алмазики сюда. Вот, ой, нет, они закинулись, нет, не знаю, что-то. Вот, раз, два, три, четыре, пять. И сюда, наверное, нужно закинуть денег, чтобы все получилось. Ух, ребята, какой же там начался проливной дождь. Я весь промок, когда бежал до сюда. Видите, вон наша струна течет у меня. Да,
Обалдеть. Ну все, ребята, давайте тогда на счет 1, 2, 3 призовем Тима. Я надеюсь, что меня никто не обманул этот вор. Давайте. 1, 2, 3. Опа, ребята, а видимо обманул. Подождите, я не понял. Он что, серьезно меня обманул? Может быть, мне пойти с ним разобраться? Надеть кулаки свои, то есть этот зарядить. И пойти этот, побить его? Нет, нет, это, наверное, плохая идея. Нужно еще попробовать на эту кнопку нажать. Оп! Ой, Дим Димыч, привет, привет! С тобой все нормально? Да, спасибо тебе большое. А, Нубик, ты как меня призвал? Меня же похитили воры. Ну да, да, тебя похитили воры, но мне удалось договориться с одним из них, который подставил всю свою банду. И мне удалось тебя вернуть обратно в эту деревню. Дим Димыч, ты представляешь? Ну, спасибо. Давай тогда закончим это видео, потому что я очень сильно устал и хочу отдохнуть. Давай тогда чуть попозже с тобой поиграем, ладно? Да, конечно же, хорошо. Ребята, всем огромное спасибо за просмотр. Смотрите видео, которое вы видите у себя сейчас на экране. Вот оно, сверху, справа, сверху, слева, сверху, снизу, справа, снизу, слева. Да. Вот, смотрите, в общем, видео, которое вы видите у себя сейчас на экране. Зовите своих мам, пап, дедушек, бабушек смотреть мои новые видео. Ставьте лайки, пишите комментарии. И, ребята, всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока, ребята. Пока-пока-пока. Да, ребята, всем пока.